Если вы любите вязать, но не умеете делать расчеты и пользуетесь для вязания выкройками и описанием, которые находятся в журналах или на просторах интернета, то чаще всего не попадаете в размер, так как ваша петельная проба не совпадает с образцом. Тогда это видео для вас. Я покажу простейший способ перерасчета. Выбираем модель и описание и видим, что петельная проба 23 петли и 26 рядов в 10 сантиметрах. Моя петельная проба 26 петель и 38 рядов в 10 сантиметрах. Чтобы пересчитать, нахожу коэффициент перерасчета, то есть просто делю мою плотность на журнальную. 26 моих петель делим на 23 петли журнала и получаем 1,13. Это коэффициент петель. 38 моих рядов делим на 26 журнальных и получаем 1,46. Это коэффициент рядов. И дальше мы просто умножаем все предлагаемые количество петель и рядов на полученные коэффициенты. То есть надо набрать 96 петель. Мы умножаем 96 на 1,13 и получаем 108 петель. Мне надо набрать 108 петель, чтобы получить размер как в журнале. Провязать 4 ряда. 4 умножаем на 1,46, получаем 6 рядов. То есть до начала узора мне нужно провязать 6 рядов. Так мы умножаем все предлагаемые числа, и вы всегда попадете в указанный размер изделия.